Близняшки сбежали. Они ушли из замка. Бейте тревогу по Дейзи и Поппи. Как же много шума из ничего. О, да? Близняшки неизвестно где, и у них палочка. Каким заклинанием ты их научила? Я ведь говорила о ходячих деревьях. Дерево, ходи! Ходи! Папа, деревья идут к нашему замку! Я не хочу этого слышать! Это как страшный сон! Я полагаю, это ваши проделки, няня Плам. Нет, это все бабуля Репей. Привет, Седрик. Бабуля Репей, я так и знал. Сколько лет прошло, Седрик? Не так много, Мелисента. Ты всегда была негодницей. Да, мама, это твоя вина. И ты должна все исправить. Ладно, ты босс. Но я считаю, детям нужны забавы, вот и все. Есть забавы, а есть гадости. Вот это гадость. Не может быть, Дейзи и Поппи, вы далеко от дома. Пухлый кролик. Яйцо. Жаба. Дейзи и Поппи озорничают. Банан. Кошмар, я стал бананом. Детки, вот вы где. Вижу, вы здесь отлично позабавились. Не бойся, Бен, я осторожненько. Ой, Холли, я стал большим. Прости, Бен, это случайность. Мы не сможем играть вместе. Ладно, я из себя сделаю большой. Класс! Мы оба большие! Кто это? Большие люди идут! Надо спрятаться! Боюсь, не сможем! Мы же большие! Что же нам делать? Это же Люси! Привет, Люси! Привет! А кто вы? Люси, это мы! Бен и Холли! Да, но вы большие! Я нас с Беном заколдовала. Ого, здорово! Я здесь с друзьями Кэти и Ясмин. Хотите, познакомлю вас? Но большие люди не должны знать о маленьких, о нас. Но я же вас знаю. Ты особенная. Не бойтесь, вы совсем как большие, они не узнают. Ладно, но мы не должны открывать им секреты эльфов и фей. Привет. Привет! Это мои друзья Бен и Холли. Я Ясмин, а я Кэти. Мне очень нравится твой костюм феи. Спасибо! А где ты живешь? В волшебном замке. Ты живешь в волшебном замке? Эй, Холли! То есть я живу в доме. А где ты живешь, Бен? Я живу на дереве. Где? То есть в большом доме. Мы зовем его деревом. А я тоже живу в большом доме. Но мы его зовем просто домом. Да. Ого! Это сверхсекретная разработка. Я назвал ее Мудропалочка 3000. Даже мне ничего не говорил. Ух ты! Спасибо тебе, мудрый старый эльф! Она такая красивая! Ты мой лучший друг! Она говорящая! Люблю тебя! Невероятно! Поразительно! Это еще не все! У палочки есть одна функция, которая отличает ее от всех. Что это за функция? Скоро сами все узнаете. Могу сказать только, на свете нет и не будет палочки лучше. Не пойму, о чем это он? Он в своем репертуаре, я обычно даже дослушать не могу. Мне не терпится поколдовать с новой мудропалочкой 3000. Ну, дорогая, придется тебе подождать до завтра, потому что пора ложиться спать. Пока, Холли! Пока, Бен! Пока, Гастон! До завтра!
Доброе утро, Холли. Ты мой лучший друг. А, новая палочка. И как она тебе? Она просто чудо. Люблю тебя. Доброе утро, принцесса Холли. Палочки уже лучше. Доктор был прав. Ей просто требовался хороший отдых. О, это здорово! Можешь сегодня вернуть новую палочку мудрому эльфу. И думаю пока оставить палочку себе. Я даже еще не попробовала с ней поколдовать. О, а что делать со старой? Мне она больше не нужна. Положи ее со старыми игрушками. Ладно. Что ж, полежи-ка здесь. У Холли теперь новая палочка. Не волнуйся, мы поможем Гастону с малышами. Да, будет здорово. Пока. Няня Плам! О, это король. Что ему понадобилось? Няня Плам, ты не видела мои очки? Попробуйте поискать у себя на носу. Ой, да. А где моя корона? Няня! О, мне пора. Не скучайте тут. И ты, дядя Гастон. Кейт ездит на Гастоне верхом. Теперь двое других тоже хотят. Кажется, Гастон очень устал. Отдохни немножко, Гастон. А мы пока поиграем с малышами. Что ж, покидаем апорт. Так, Эмбер, апорт! Эмеральд тоже хочет. И Кейт. Привет, Бен, привет, Холли. Ой, маленькие божьи коровки. Какие миленькие. Их зовут Эмбер, Эмеральд и Кейт. А наш Гастон их дядя. Какие активные. Это точно. Им нужно поспать. Когда моя сестренка пропускает тихий час, она устает. И что потом? Она плачет. Не теряйте времени. Приступаем к работе. Так точно. Собирать ежевику очень-очень опасно, если ты эльф. Почему? Потому что эльфы так малы. А кусты ежевики покрыты острыми шипами. И лучшие ягоды всегда наверху. О, никак не дотянусь. Давай помогу. Вкуснятина! Привет! Рад вас видеть! Как поживаете? Пока ты не пришел, было лучше. Какая жалость! Обычно я очень популярен. Правда? Нет, меня никто не любит. Ничего удивительного. Ты съел нашу землянику и наши яблоки. А теперь еще хочешь съесть и нашу ежевику. Ой-ой, мне так жаль. Я не знал, что они принадлежат вам. Как вкусно! Прекрати! Сейчас же! Пожалуйста, не ешь наши ягоды! Не могу остановиться! Прости! А он хорошо собирает ягоды! Да? Я не боюсь шипов! Все потому, что я толстокожий! Давайте попросим гнома, чтобы он собрал для нас ягоды! Молодец, Холли! Так мы сможем сохранить урожай. И потанцевать. Танцевать? Я люблю танцевать. Можно мне прийти? Нет. Ладно, я согласен. Во сколько будет начало? Мистер Гном, вы можете прийти на танцы, если соберете для нас ежевику. Что ж, по рукам. Нужно наполнить ежевикой весь этот грузовик. Спасибо. Без проблем. Одну ягодку беру. О, это хорошее. И вкусное. Гном, да не в рот клади, а в...
тысяч. О, привет, король чертополох. Я вижу, вы попробовали мое варенье, да? Да. Скорее, расколдуйте меня, пожалуйста. А слизнем вам быть не нравится? Это приятно, но я какой-то липкий. Ну, так и быть. О, так-то лучше. Миссис Уитч, можете остановить этот танец? Конечно. А вернуть мне мои нормальные волосы? С удовольствием. А вы не хотите забрать все это обратно? Мне это больше не нужно. Что? Как? Когда я все это выкинула, я поняла, как приятно избавляться от хлама. Кому-нибудь нужна волшебная кастрюлька? Что нам теперь делать? Эти вещи опасны. Нельзя их просто здесь оставить. Предоставьте это мне. Оу, что вы сделали с домом? О чем это вы? Раньше у вас было намного уютнее, аутентичнее. О-о-о. Лампа будет отлично смотреться вот здесь. Здесь она раньше и стояла. А это отличное место для банки варенья. Где она всегда и находилась. Ковер сюда, а зеркало вот сюда. На своих местах. У вас отличный вкус, миссис Уитч. Вот почему у вас здесь так уютно. О, благодарю вас, король, вы такой галантный. Ну, что есть, то есть, стараюсь. Пока, миссис Уитч. До свидания, спасибо всем за помощь. Папа, ты правда думаешь, что дом миссис Уитч выглядит лучше со всеми этими вещами? Нет, там грязно и дурно пахнет. Спасибо, эльфик. Я эльфмен! Нужно найти, где скрывается Стробери, и остановить этот снегопад! А-ха-ха-ха! Маленькое королевство превратилось в царство холода! Бррр, даже внутри! Да, у меня уже все отмерзло сидеть на этом ледяном троне! Стробери, а может лучше тебе стать солнечной королевой? Теперь уже поздно! Я снежная королева Стробери! Стробери должно быть где-то рядом. Нужно искать что-то похожее на место, в котором могла бы жить злая снежная королева. Например, такое? Ого! Ледяной дворец! Это получше, эльф пещеры, согласен? Вовсе нет! Пыль в глаза пускают! Снежная королева! Ты зачем пожаловал, эльфик? Я эльфмен! Я пришел остановить тебя! Никто меня не остановит! Я снежная королева! Как холодно! Стробери! Взрослые ужасно разозлились из-за этого мороза и снега! Да ладно, правда? Да! Меня накажут! Никого из нас не накажут, но это конец игре! Ладно, я победила? Нет, победила добро! Так нечестно! Мы в ледяном плену! Ладно, ты выиграла! Ура! Наконец-то я могу сойти с ледяного трона! До костей промерзла! Как хорошо! Солнце выглянуло! Революция! Всем эльфам свергнем короля! Все еще хуже. Он назначил мне... Отпуск! О, неужели? Я знал, это ужасно. Это чудесно! У нас не было отпуска. О чем ты говоришь? Мы же ездили на море. На один день. Мы летали на Луну. Но ты меня не взял. О, да... Ладно, что ж, поедем в отпуск. Ура! Вот мой план. Мы сядем на эльфолёт и полетим куда-нибудь. Чудесно! Там мы перекусим. Да. Соберемся и полетим домой, чтобы я успел к вечерней доставке. Это не отпуск. Слушай меня, мистер эльф. Ты увезешь нас хотя бы на неделю туда, где жарко, и ты расслабишься. Но я же эльф, а эльфы не любят расслабляться. Что ж, придется научиться. Будет весело, мистер эльф. Ах,
хорошо, но это отпуск эльфа, так что никакой магии, Холли. Ладно, мистер эльф. И без зверей. О, пап! Это мой отпуск, значит, мои правила. Прости, Гастон, тебе придется остаться. Пока, Гастончик. Скорее на борт, мы можем опоздать в отпуск. Прошу, мистер эльф, повеселись. Ладно, попробую. Взлету готовы? Да! Вперед! В отпуск летим мы, в отпуск летим мы. Далеко летим, далеко летим. Давай, пап, пой с нами. О, да, ты должен расслабляться. Я не могу расслабиться. Близняшки сбежали. Они ушли из замка. Бейте тревогу по Дейзи и Поппи. Как же много шума из ничего. О, да? Близняшки неизвестно где, и у них палочка. Каким заклинанием ты их научила? Я ведь говорила о ходячих деревьях. Дерево, ходи! Ходи! Папа, деревья идут к нашему замку! Я не хочу этого слышать! Это как страшный сон! Я полагаю, это ваши проделки, няня Плам. Нет, это все бабуля Репей. Привет, Седрик. Бабуля Репей, я так и знал. Сколько лет прошло, Седрик? Не так много, Мелисента. Ты всегда была негодницей. Да, мама, это твоя вина. И ты должна все исправить. Ладно, ты босс. Но я считаю, детям нужны забавы. Вот и все. Есть забавы, а есть гадости. Вот это гадость. Не может быть, Дейзи и Поппи. Вы далеко от дома. Куклы и кролик. Дейзи и Поппи озорничают. Банан! Кошмар, я стал бананом. О, детки, вот вы где. Вижу, вы здесь отлично позабавились. Не бойся, Бен, я осторожненько. Ой, Холли, я стал большим. Прости, Бен, это случайность. Мы не сможем играть вместе. Ладно, я из себя сделаю большой. Класс, мы оба большие. Кто это? Большие люди идут. Надо спрятаться. Боюсь, не сможем. Мы же большие. Что же нам делать? Это же Люси. Привет, Люси. Привет. А кто вы? Люси, это мы. Бен и Холли. Да, но вы большие. Я нас с Беном заколдовала. Ого, здорово. Я здесь с друзьями Кэти и Ясмин. Хотите, познакомлю вас? Но большие люди не должны знать о маленьких, о нас. Но я же вас знаю. Ты особенная. Не бойтесь, вы совсем как большие, они не узнают. Ладно, но мы не должны открывать им секреты эльфов и фей. Привет. Привет. Это мои друзья Бен и Холли. Я Ясмин. А я Кэти. Мне очень нравится твой костюм феи. Спасибо. А где ты живешь? В волшебном замке. Ты живешь в волшебном замке? Эй, Холли! То есть я живу в доме. А где ты живешь, Бен? Я живу на дереве. Где? То есть в большом доме. Мы зовем его деревом. А я тоже живу в большом доме. Но мы его зовем просто домом. Ясно. Вперед, парни, снесем замок!
Вот это да! Какой жуткий шум! Увозите! Здрасте, Ваше Величество! Я... работаю. Это все, парни! Можете увозить! Папа! Они весь наш замок увезли! Это катастрофа! Ку-ку! О, нет! Это мама! Можно мне взглянуть? Только если закроешь глаза! Ой, весело! Ну, прямо как в том телешоу! Скажи, уже можно открывать? Не стоит! Скажи, когда можно? Через месяц! Ой! А куда же делся наш дом? А что же скажут Мэри Голды, когда увидят это? Смех, смех и смех! О, нет! Мэри Голда уже здесь! Привет, сестренка! О, мой бог! О, ну и ну! Все не совсем так, как мы хотели. Мы... Не знаю, что сказать. Мы еще не закончили. Это невероятно! Это чудесно, милая! Мы подняли потолки, а вы вообще от них избавились! А взгляни на туалет! Муа! Да, все полностью открыто! Это так авантюрно! Ну, это была моя идея. Король чертополох, старик, ты чудесный архитектор. Ты не думал обучать архитектуре? Я не знаю. Эй! Здесь никого нет, только палочки. О, наконец-то мы снова вместе. Няня, теперь, когда у вас есть палочка, не могли бы вы... Ну, разумеется, о, великий маг. Глупый эльф, в себя обратись. О, а куда же подевались наши карапузы? Этого я и боялась. Дейзи и Поппи все-таки нашли потайной ход. А куда ведет этот потайной ход? В тайную комнату. Я не знала, что она у нас есть. Это потому, что она тайная. В комнате закрыта магическая сила, которую ни за что нельзя выпускать. Да, не самая лучшая комната для малышей. Я слышу радующихся карапузов и что-то еще. Нам нельзя туда заходить. О, Господи, столько суматохи из-за какой-то страшной, невиданной магической силы. Я разберусь. Удачи, моя храбрая тыковка. Ты что-нибудь видишь? Ужасные вещи. Рыжебород спешит на помощь. Вот наши дети. На помощь. Держись, няня Плам. А вот и она. Ты спасена, моя сливовая запеканочка. В море я видел много ужасных вещей, но ничто не сравнится с тем, что я видел в этой комнате. Поэтому мы держим дверь закрытой. Ура! Возвращаемся. Так, давайте смешаем ингредиенты. Черника, сахар, лимон, роса, чуть слизи и еще немного отрыжки. А сейчас волшебные слова. Сахар, роса, черника, жабья отрыжка, слизь слизняка. Этой смеси будет просто ужасный. Нет, Бен, ты забыл. Этот раствор нужен для того, чтобы натирать им ноги, а не чтобы пить. Никто не станет это пить. О, боже, жуткий запах. Фу. А на вкус и того ужасней.
Папа, но ты не должен был это пить. Этим надо было ноги натереть. Что? Интересно, что будет дальше? Посмотрим, что тут сказано. О, боже. Что такое? Я сглупила. Все-таки это лекарство не от простуды. Оно от облысения. Должна сказать, Ваше Величество, длинные волосы вам очень идут. Дядя Плам, кажется, простуда прошла. Ура! О, кажется, я заразилась. Вон червяк. Ой, он убежал. О, давайте, ребята, еще разок. Вон еще червяк. Я сдаюсь. Нам их не поймать. Смотрите, наш птенчик такой голодный. Нам очень нужно найти его маму. Обычно мама прилетает, когда птенец зовет. Но он слишком тихо чирикает. Няня, сделай так, чтобы птенец чирикал громче. Сейчас. Зигзаг, сти, ну-ка, птенец, расти. О, нет, няня. Кажется, заклинание не то. Птенец становится огромным. Я сделала это нарочно. Ведь большой птенец будет петь громче. О-о-о! Не бойтесь, это ненадолго. Насколько, няня Плам? Может быть, минуту, неделю или... Проходит. А вот и мамочка прилетела. Ура! Что он говорит? Он говорит спасибо и до свидания. Пока! Привет, Холли. Это последняя доставка. Можем поиграть. Ты, может, и свободен, Бен, но я все еще работаю. Холли, пора произнести речь. Привет! Вы прекрасно подготовились. И надеюсь, вы порадуете нас танцами. Пожелаем удачи. Желаю удачи. Что будет дальше? Дальше самое трудное. Надо сидеть неподвижно и не заснуть. В честь Его Величества мы сейчас исполним танец. Какой ужас! Еще хуже. Хорошо. Прекрасно. Пойдем, пап, давай потанцуем. Что? Но я... О, хорошо. Сыграйте что-нибудь более модное. С удовольствием. Ты права, Холли. Мне она тоже нравится.